не действует. А, может... Все, понял. Сначала тут указать, а потом тут. Ну... А я хотел перетаскивать, а тут проще. Какой тяжелый! Спасибо тебе, мы... А куда подевался мышонок? Наверное, убежал по своим делам. И мне пора двигаться дальше, вглубь дремучего леса. Очень славно! Шли-шли и пришли. Тропинка закончилась, впереди топкое болото. Ах, если бы у меня была волшебная метла, то я бы в два счета перелетела через это болото. Но у тебя же нет волшебной метлы, правда? Здрасте, а вы кто? Кикимора, конечно. А кого ты еще ожидала встретить на болоте? Честно говоря, я и болото не ожидала встретить на своем пути. А уж вас тем более. Что-то ты не очень любезна. А ведь я королева этих мест и могу на тебя обидеться. Тогда не видать тебе волшебной метлы, как своих ушей. Простите, пожалуйста, не хотела вас обидеть. Просто я очень расстроилась. Не понимаю, что делать дальше и как пройти через туманное болото. Я знаю здесь все заповедные пути, но помогать тебе не буду, потому что мы, кикиморы, вредные и капризные. Не буду помогать, и все тут. А если я угощу вас шоколадкой? Что такое шоколадка? Это вкусно. Вы никогда не ели шоколад? Это очень вкусно. Ну давай, угощай. Отлично, приготовьтесь, дорогая кикимора. Сейчас вам будет вкусно. Вот самый вкусный шоколад. Вкуснее, чем здешняя клюква. Но заповедную тропинку через туманное болото я тебе все равно не покажу, потому что я вредная, злая и страшная. И никакая вы не страшная, очень даже симпатичная. Ага, конечно. Еще скажи, что болотный климат положительно сказывается на моей красоте. Нет, ну вы правда симпатичная кикимора. Во всяком случае, самая симпатичная из всех тех кикимор, с которыми мне приходилось встречаться. Чем докажешь? Сейчас подумаю.